Да, скорая помощь. Сегодня праздник у них. Сегодня праздник. Да. Здоровье передача была уже. Все показывали. Поздравляли. Праздник не праздник, он на посту у магазина. Сегодня вербные. С Да. праздничком вас. Спасибо и вас. С опозданием еду. Ладно, что получится. Может, веточек куплю. Как? Веточек, может, куплю. Все равно они уже там освещены, стоят. Забыла старые прихватить, их тоже сдают. Нельзя их выбрасывать. Сегодня какой день-то солнечный. Хорошая погода. Прекрасная. Желтые цветы уже кругом. Давно не была. Лицей Алиса здесь учится. Нюнечка. Дом корабль. Похож на корабль, да? Да. Такой заостренный под корабль. Ага. Ой, как здесь празднично уже, проспект Ленина. Флажки. Памятник-то не успела я показать. Текстильная столица и город авангарда Иваново. Что посмотреть в Иваново? Красивый этот храм у нас, да? Монастырь. Ну вот, подъезжай. Тюльпан уже там красиво как. К храму, да? Да. Центральный там. Да. Спасибо большое.
так на территории хорошо, спокойно. Праздников всех, вербное воскресенье, как красиво, солнце светло. С 1925 года по 28 служил настоятелем, священномученик Зосима Трубачев. Амбросий, основатель монастыря, архимандрит Амбросий Грасов, 38-й год рождения, 20-й кончины. Помню я его прекрасно. Всех с праздником!
молитвами Богородицы едини человека любовь. Богородице, Дева радуйся, моли Бога о нас. Господи,